Всем привет! Добро пожаловать на канал Moral Life. Сегодня я посоветую вам 5 книг, которые вы можете купить в книжном магазине в Турции. Первая книга – это «Кюркман Толу Мадонна». Писатель Сабахаттин Али, турецкий писатель, рассказывает историю одного мужчины, который в жизни не так уж много чего достиг, и он думает, что он живет жизнь, хотя на самом деле внутри он очень грустный человек, женится в раннем возрасте, но потом понимает, что он не любит свою жену, и у него в жизни бывает один счастливый момент, который вследствие знакомства одной чужестранки. Вот. И потом там развязываются события. Вторая книга «Лион де Дюйн», писатель Стефан Цвейг. Сегодня я закончила читать эту книгу. Она рассказывает про историю любви во время французской революции, и которая внушает надежду, хотя на утро их ожидает смерть. Очень печальная история любви. Ну, кто хочет, может почитать. Джордж Оруэлл, 1984. На самом деле это ужасающая история о будущем, которое писатель представлял в своей голове. Я не могу сказать, что нету совпадений с нашим миром, но тут достаточно такая темная картина о том, что люди как машины, более как роботы. Немножко философская книга, советую почитать. Кстати, кто хочет, может посмотреть фильм. Четвертая книга «Джек Лондон. Вахши Тинчарисы». Это книга про собачку, которая потерялась и попала в жестокий мир леса, где были волки. И потом она оказывается перед выбором становиться ей опять прирученным животным, которое хозяева дает кушать, дает где жить, или быть диким животным. Мне очень понравилось, я читала эту книгу еще, когда была училась в лицее. Это моя самая любимая книга. И пятая книга «Sevme Sanatı», писатель Эрик Форм. Здесь писатель хотел подчеркнуть, что человек, который ничего не познает и ничего не знает, на самом деле он не может любить, потому что, по его мнению, любить – это понимать. То есть он говорит, что вы не можете любить искусство, если вы его не знаете. Также и во всем. То есть, чтобы что-то полюбить, вам нужно это изучить и понять. Учение свет, а любовь спасет мир. На этой ноте я завершаю наш обзор. Всем счастливо оставаться. Подписывайтесь на канал. Кто подписался уже, огромное спасибо. Пожалуйста, поддержите канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.